Новые загранпаспорта тверичане теперь будут получать в новом здании. Управление по вопросам миграции регионального ОМВД справило в этот четверг новоселье. Теперь сотрудники ведомства будут нести свою службу на Соминке. Совсем новым для полицейских это здание не назовешь. Раньше здесь располагался учебный центр, о котором сейчас напоминает лишь БТР с табличкой, гласящей «И в учении, и в бою прославим родину свою». Несколько лет назад было принято решение перевести сюда управление по вопросам миграции. Оно долгие годы находилось в 5 зданиях, разбросанных по всей Твери. Сотрудникам приходилось работать в старых, неприспособленных помещениях. Это создавало массу неудобств не только сотрудникам органов внутренних дел, но и для граждан. Занимаемые помещения не отвечали предъявляемым требованиям по оказанию услуг населению. Ежегодно оплата по договорам аренды зданий составляла более 7 миллионов рублей. Теперь здесь созданы все условия для максимально комфортной работы сотрудников и нахождения посетителей. А ведь в это подразделение регионального ОМВД ежедневно в среднем обращаются до сотни граждан России и иностранных государств. К последним у региональных властей накопилось немало вопросов из-за проблемы нелегальной миграции. Ведется системная работа по противодействию нелегальной миграции, сокращению потока низкоквалифицированных трудовых ресурсов из других стран. В результате принятых мер в регионе сократилось количество нарушений миграционного законодательства. За последние 4 года для граждан России высвободилось 19 тысяч рабочих мест. Помимо этого, сотрудникам подразделения приходится решать массу других задач. Приехавшая поздравить своих подчиненных начальник главного управления Валентина Казакова напомнила о той нагрузке, которая навалилась на миграционное управление во время коронавируса. Мы не закрыли ни одного подразделения, несмотря на то, что МФЦ перестали работать. Вот вся нагрузка по оказанию государственных услуг, а это 17 видов, и только ваш субъект оказал в прошлом году почти 500 000 государственных услуг, а в этом году уже более 300 тысяч государственных услуг. Это опять ваша заслуга. Хочется надеяться, что со всеми проблемами сотрудники управления по делам миграции успешно будут справляться и впредь. Например, выдавать загранпаспорта так же быстро, как погоны и награды, вручение которых в это солнечное утро решили приурочить к новоселью.